Эти кадры оперативной съемки, распространенные в ноябре прошлого года пресс-службой региональной полиции, вмиг сделали криминального авторитета Костю Татарина и его сообщников знаменитыми. По данным Забайкальского УМВД, группировка, возглавляемая Костей Татариным, несколько лет занималась заказными убийствами и разбойными нападениями в Чите, Забайкальском и Приморском краях и в Улан-Удэ. В ходе спецоперации 9 участников банды задержали и поместили в СИЗО. Впрочем, самому Косте Татарину, настоящее имя которого Константин Дубинников, такая слава не понравилась. Прямо из следственного изолятора он подал иск в Центральный районный суд с требованием привлечь к ответу за клевету региональный УМВД, Следственный комитет и журналистов. «Прошу суд напечатать и огласить в средствах массовой информации, использованных ими для клеветы и оскорбления меня, опровержение этой клеветы и измышлением. Обязать их принести извинения мне и моим родителям. Взыскать с ответчиков в качестве компенсации морального вреда в мою пользу денежную компенсацию в размере 100 тысяч рублей. Честь имею». Чем будут парировать в суде, правоохранители пока не комментируют. Судебное заседание назначено на конец февраля. Мария Машанова, ЗАБТВ.